Привет, уважаемые друзья! Я купил новые резины Taurus Winter. Вот, сейчас буду менять. Быстро это Taurus Winter, это уже известная туда резина. Шум 72 дБ. Экономичность D. Как справляется с дождем, это C. Сейчас идет балансировка и посмотрим, как балансируется Tiger резина. Да. Балансируется отлично. 0-0 обе стороны. Мастер сделал ее отличной. Так что проблем вообще не будет на моей машине. Вот сейчас идет балансировка резины. На первом показала 5.25. И сейчас посмотрим, что покажет, когда мастер сделает его дело. Я не знаю, как это называется. И посмотрим, как она отбалансируется. Прошлая резина отбалансировалась 0-0 после этого. Но я думаю, что у меня на первом колесе самый диск кривый. И поэтому он показывал так много. Но сейчас посмотрим и увидим, как она отбалансируется. Но я думаю, что мастер это переделает, чтобы было 0-0. Маленькая мастерская, но очень точно работает. Человек очень хорошо работает. Сейчас посмотрите 0-0. Это резина Cormoran Winter. Вот как она отбалансировалась. Хвала вам, майстре, много. Короткое продолжение про резины. Я не помню, если я сказал, я вчера эту резину купил. Дал за нее 5200 динар. Я потом напишу на видео, сколько это в рублях. Это примерно 45 евро. Или 52 доллара. Вот так. За штуку. Бесплатная монтировка. И она очень мягкая резина. Вот, очень мягкая. Сейчас подкачана на 2.4. Она останется тут в сарае, не сарае, а как это, помещение. До 1 ноября, тогда у нас начинается зимний сезон. Сегодня у нас такой большой дождь.
идет, но не холодно. Например, у нас сегодня 15 градусов с таким дождем. 195, 65, 15. Вот оно. У его дот свежий. Дот у его... Я знаю, что 28 неделя 21 года. Но сейчас не вижу с этой стороны. Может быть оно с другой. Made in Serbia. Может быть тут написано. Вот. 23 неделя 21 года. Я ошибся. Вот. Тут и моя собака. Вот так вот. Если какие-то вопросы про резину, про мягкость, ламели очень хорошо работают. Ну, так руками можно их трогать. Я потом сделаю отзыв мой после недолгой езды на этих резинах, когда я их поставлю после 1 ноября. Пожалуйста, пишите ваши комментарии, ваши желания про осмотр, про обзор, про информации. Я живу недалеко от этого завода и могу для вас найти любую информацию. Вот так вот. Спасибо большое за просмотр. До следующего видео. До свидания.